пока до воды дойдешь, очень хорошо можно разогреться. Ну вот мы на Истринском водохранилище. Привет, Ксения! Здравствуйте! Это и есть доски, САП. Это и есть доски, да, все верно. Какие бывают разновидности? Разновидности САП серфинга и, соответственно, наверное, под каждую классификацию есть свои доски. Да. Вот это какие доски? Вот смотрите. Это прогулочная. Ну, это, я не могу сказать, что она туринговая, но она наполовину прогулочная. Что такое туринг? Туринг — поясните. Это скоростные сапы, которые с острым носом, они узкие, но при этом они могут набрать очень быстро скорость. Чем у нас уже нос, то значит сап все-таки будет скоростнее. Чем он шире, и значит он более устойчивый. Этот сап, с него практически никто не падает. Он может предназначаться для йоги. Он просто прогулочный, он для новичков. Даже йогой можно на сапе, да, заниматься? Да, конечно. Значит, получается, есть прогулочные сапы, есть скоростные сапы и есть сапы для йоги. Вот смотрите, большая доска помещается вот в этот мешок. Да, при том, что сюда же входит и насос, ага, и весло, и другие аксессуары. То есть это целиковый набор. Да. Собственно, мы берем его, раз, и счастливо оставаться. Угу. Так, ну, вот так вот он выглядит, да? Да. В сдутом состоянии. Да. Так, в принципе, все. Можно и... качать. Я могу вам показать, как это делать. Я не могу этому воспрепятствовать. Помочь? Хороший вид спорта. Сап-серфинг. О! Берем весло. Я как новичок выбрал себе сразу скоростной сап. Ваша задача — встать на ширине плеч. Чуть-чуть мы сгибаем ножки. Ягодицы назад. Держим за рукоятку, обе руки прямые, так, широкий хват, все верно. Чуть-чуть ягодички назад, да, и все, и делаем грибок. А теперь разворот. Разворот на 180 градусов, это максимально, это вы сейчас мне хотите показать поворот, а я прошу разворот, это весло назад, да, и по большому, все верно, все, я вас держу, поэтому вас сейчас никуда не разворачивает, вы никуда не идете, как только я отпущу, вы пойдете, мы готовы? Занимаясь сапсерфингом, вы не только разнообразите свою жизнь, но и будете в гармонии с собой и с природой. Так что выбирайте доску. А я поплыл в студию продолжать программу. Из-за острова на стрежень, на простор речной волны.